в рамке стоит. А, Леонид. Гол! Это красиво. Алексей Полодян играет на добивании после броска Мироманова. С 13-м нападающим, а то и не попадал в заявку. Вот забрасывает очень важную для себя шайбу, четко сыграв на добивании. Скворцов-то передачку на Мироманова. И Скворцов также записывается в ассистенты. Дальше прекрасно. Мироманов прекрасно. И Скворцов в ассистенты. Ну вот Леонид Лазарев так отбил шайбу, что помог. Алексей Полодян на ваших экранах. А, действительно, Леонид Лазарев.